Так, сегодня у нас прохождение. Так, посмотрим. Сегодня у нас PlayStation 2, и мы будем проходить Код Вероника, Resident Evil. Это, к сожалению, мимо меня все прошло. Я никогда не обладал второй плойкой, и поэтому некоторые игры из этой вселенной прошли мимо меня. В общем, сегодня постараемся поиграть, посмотреть вообще, что это такое, насколько это хорошо, насколько это плохо, как и самое главное, как в это играть в 2021 году. Вот. Так, сейчас надо все запустить. И начнем. Играю я через OSCC Pro, вроде так называется. Карта захвата у меня Elgato HD60S. Вот. Ну, не будем тянуть кота за яйца. Будем приступать. Так. Включаем плойку. Погнали, в общем. Надеюсь, меня отлично слышно. Кому интересна заставка, могут ее отдельно посмотреть. Сосредоточимся именно на прохождении. Так. Пиздеть не буду, я пробовал играть уже. Вот. Поэтому, ну, я прошел буквально 5 минут, не более. Посмотрим. Ну, начнем теперь заново и вместе, в общем, посмотрим. Я думаю, никому особо не надо как бы смотреть доставки, поэтому будем их пропускать. Ну, тут начальное будет говориться про Raccoon City, который полностью уничтожен. Ну, кто знает лору Резика, как бы понимает, о чем тут речь. Поэтому я пропущу это, пожалуй. Если бы у меня была зажигалка, я бы могла рассмотреть. Ну, давай. Попробуем зажигалку взять. Все. Короче, вкратце, что было. Ее схватили, отвезли на какой-то остров. Она в камере. Вот. Какой-то хрен раненый сидит. Будем смотреть, что будет дальше. Давай, уходи отсюда. Этот комплекс обречен. Не знаю, куда подевался этот отряд спецназа. Ну, как бы там ни было, комплекс захвачен. А наша служба охраны уничтожит. О чем ты? Ты можешь покинуть комплекс. Но, возможно, тебе уже не удастся покинуть этот остров. А как же вы? Что вы собираетесь делать? Не беспокойся обо мне. Короче, понятно все. На полу лежит капсула, она пустая. Так, берем патроны. Вот это надо... Это я помню еще с третьего резидента, что вот эту херню надо пролистывать, чтобы она исчезла из этого. Короче, чтобы место не занимало эта хуйня. Так. Да. Нож нам явно понадобится. Так. Что-то есть еще что-нибудь интересное. Инкрибом берем, конечно. Так. Патроны есть, оружия нету. Опять же, пиздеть не буду, оно буквально через пару минут появится. Так, это что за плесень?
что я могу сказать? После резика 1, 2 и 3, которые выходили на первой плойке, здесь, конечно, графоний уже не такой, чтобы глаза вываливались. Гораздо приятнее. Здесь уже полноценные 3D прямо, не какие-то задники. Ну, я могу, конечно, ошибаться. Я не задрот в этом плане, не знаю там всех технологий. Но чисто визуально это выглядит гораздо приятнее уже. Ну, из обломков течет бензин. Труп, портфель, пошли. Пропускаем. Сейчас, короче, зомбаки тут повсюду. Так, а если их попробовать въебать всех? Вот это вот то, что я реально еще ни разу не делал. Можем же их въебать. Ты, блядь, пидор. Дамаж, блядь, его, сука. Давай. Че, последний хуесос остался? Иди сюда, пидор. Судя по всему, я не должен был этого делать. Я должен был в ужасе съебаться отсюда. Блять. Ладно, колбасить его не будем, пойдем. Так. Короче, нам не пробраться пока никак. Вот до сюда я уже не доходил. Я, короче, дошел до зомби. И все, его рубал на этом моменте. Не хотел себе портить впечатление, в общем. Кто ты? Отлично! Никуда не уходи! Я спускаюсь! Прошу прощения за это недоразумение, но я подумал, что ты одна из этих... Замолчи! Шевельнешься, и я выстрелю! Расслабься, красотка! Я же извинился! Похож на этого... Кто играл в Галериенс на плойке на первой, на Риута или как его там. Кажется, такая же смазливая рожа, только повзрослее. Нет, я Клэр Редфилд. Клэр? Мило. Постараюсь запомнить. Эй, я слышал, что здесь есть аэропорт. Как только я найду его, я смогу покинуть этот сумасшедший остров. Ну, бывай. Эй, подожди. Я не хочу, чтобы ты шла за мной, леди. Это то ли перевод такой гнусный. Ты будешь мне только мешать. То ли диалоги такие как-то по-детски, что ли, смотрятся. Вот эти все их ужимки. Ты взял пистолет. Заебись. Смотрим, что тут есть у нас. Так, это мы отсюда пришли. Все, можно просто... Блять, можно просто геноцид устраивать. 45 патронов. Плюс в обойме еще. Короче, это хуйня все тут. Ого, вот это вот отлеты камеры. То есть в первых трех частях такого нету. Частях.
Ястреб, все понятно. Стандартные головоломки. Что-то водичку попей. Скотина. А, сука! Фига у вас тут. Ну вот и нет патронов уже. Блять. Стола. Берем, все берем. Что тут у нас? О, травушка. Естественно. Ни хера не видно, вообще вот, честно могу сказать. Я не знаю, как это будет вам видно, людям, кто это будет смотреть, но мне ни хера не видно. Может, потому что днем играю. Надо было ночью играть. Больше нету. Шагаем. Видны отвратительные пятна и вонь. Все ясненько. Идем дальше. Даже дневник, блядь, лежит явно. Дневник зэка. 13 мая. В камере ужасная вонь. Судя по найденным мною данным, я полагаю, что нахожусь далеко к югу от экватора. Мне повезло, что Боб с нижней койки довольно интересный парень. 16 мая. Сегодня Боб рассказал мне, почему его сюда посадили. Он сказал, что раньше он был заместителем администратора комплекса. Этот тип... по имени Альфред посадил его сюда из-за какой-то мелкой ошибки. Что это значит? Что со мной будет? 20 мая. В камеру ворвались военные и забрали Боба в здание, находившееся за гильотиной. Ночью я попробую пробраться к нему. Я слышал, что тех, кто туда попал, больше уже не видели. И действительно, оттуда постоянно выносят большие пластиковые мешки. Я могу только молиться за Боба. Мне больше интересно, как ты так дневник ведешь, прям в синей папочке, у тебя все красиво. 21 мая, нет, мне не стоило ходить туда, что там происходит? Я слышал только какой-то безумный смех и крики Боба. Я даже не знаю, что мне делать, я не могу выбросить это из головы. Меня ожидает такая же участь, нет, я не могу. 27 мая, всех, кто сидел со мной в камере, уже отвели в то здание. Я знаю, что я следующий, теперь мне ясно, что Альфред использует нас в качестве... подопытных, и я обречен. Что же мне делать? Угу. Дневник зэка. Кто-то нас пугать пытается стуками. Просто куча патронов. Все, пиздец. Ёбушки-воробушки, иди сюда. Это вой... Ох ты, блин. Вон там, блядь.
Нихуя себе я вчесал. Всех переколбашу, долбоебов. Опыт есть, ребята, у меня. Гранаты, что ли, или что там лежит? Ох ты, ебать, мой хуй. Мама дорогая, вот это, блядь, оружие. Сто процентов. Посмотрим. Сильно помяты. Блядь, как ты помята, блядь. Нихуя, нихуя. О, патроны. Не, ну что я могу сказать? Пока успех. Успех. Пока. А, у меня двое. Два. Ебать. Два, блядь, автомата. Сука, нихуя. Все, пойдем. Срочно надо кого-то застрелить. Я думал, это как типа УЗИ будет, а он очередями стреляет. Или УЗИ, как там правильно. Хуйня, короче, ствол. Но лучше, чем пистолет. Стопудово. Какой-то демон, блядь, ползет уже по мою душу. Пойдем его проведаем. Выходи, блядь, свинья. Ну, я подозреваю, если мне одеть наушники и вечером сидеть, то он подобосраться можно, ну, реально можно. То есть я не прикалываюсь, как бы. Даже вот через колонки нет-нет, а это прошибает на мураши меня. Ну, может, я сыкливый, не знаю. Короче, в наушниках надо играть по-любому. В следующий раз. Ебать! Не, ну, нет, конечно, это пизже, чем пистолет. Там, блядь, патроны скоро закончатся, да? Ну-ка, соединить можно вот это с этим? Печаль, печаль. Закрыто. Сначала надо открыть замок, да вы что? Так. Это я отсюда пришел, получается. Да. Я всегда про код Вероника слышал, что это просто, блядь, лучший Resident Evil из всех резидентов, которые выходили на тот момент. Мне сейчас, конечно, сложно уже судить, живя в 21-м году, так это или нет. Что-то мне не нравится это. Пожалуйста, положите все металлические предметы в ящик. Металлические. Так, ну, погнали. Металлический. Не металлическая, металлический. Ну и это тоже металлическая явно хуйня. Ты чё, скотиняка, блядь? Пожалуйста, положите все металлические предметы в ящик.
Блять, ну что металлического вот в этой ленте пишущей? Цветок не металлический, надеюсь? Нет. Живем, братцы. Так. Сейчас у меня ни оружия, нихуя нет. Меня тут захавают быстрее, блять, эти ребята. Это я знаю для гранатомета. Это мне уже нравится. Еще игра не успела начаться. У меня тут уже патроны для гранатомета. Четко. О, аптечка. Так, да. Че, играем до первого сохранения? Я это дело выложу, потом посмотрю. Вообще людям интересно будет прохождение Код Вероники, которая вышла 20 лет назад. Но я хотя бы по-честному играю на плойке, не через эмуляторы голимые и тому подобное. Не против эмуляторов, но абсолютно не против. Эмуляторы — это тоже вещь. Например, если сравнивать с первой плойкой, у меня есть первая плойка. Я включаю ее, и даже через OCC Pro я на телеке, на ледовском смотрел, на мониторе. Но вот если это играбельно конкретно, то есть графика нормальна, то после первой плойки там глаза вытекают, невозможно в это играть. То когда ставишь эмулятор, блядь, четко. Прям четко становится, можно спокойно играть. Поэтому, если мне совсем будет нехер делать, и я захочу пройти что-то на первой плойке, то я буду делать это 100% через эмуль. Прям 200%. Ну, это не зомбак явно тут клацает. Что у нас за бумажка тут? Форма доступа. Ознакомьтесь с содержанием следующей формы доступа на комплексы. Добавьте имя кандидата в список гостей. Надзиратель Пол Штайнер. Я представляю доступ в сектор тюрьмы Д. Вот все детали. Имя гостя — Карл Гришем. Гришем. Доставка следующих материалов. Новый образец от Metal Industries ТГ-01. Различные ранее заказные товары. Короче, нихуя интересного. Да этот, блядь, Риот. Буду называть Риот его. Что ты здесь делаешь? Крис Редфилд. Он что, твой какой-то родственник? Ты о моем брате? Вы брат и сестра. Что ж, похоже, за твоим братом следят люди из Амбреллы. Что? Мне нужно связаться с Леоном и передать ему, что за моим братом следят. Как хорошо, что у меня есть связь с внешним миром. В этом файле указана долгота и широта острова. Ха, может, стоит послать их твоему брату, чтобы он прибыл на помощь? Спасибо, я так и сделаю. Эй, да я прикалываюсь. Бать, ты приколист. Он не сможет сюда попасть, будь он хоть трижды твоим братом. Нет, он сможет, я знаю. А если четырежды? Нет, не сможет. Не, ну реально на Риута похож. Кто в Галерии сыграл? Я же не ебанулся. О чем это он? Давай, погнали. Заставки с постными ебальниками вашими — это просто выше моих сил. Нет. Как в ящик залезть? С тобой, блядь. Тюрьма. О, эту хуйню я знаю, куда принести надо.
Письмо Леону отправлено. Все. Ну все. Я считаю, для ознакомления с серией этого пока достаточно. Ну, плюс кому-то может интересно OSSC Pro, как работает со второй плойкой. Работает он охеренно. Можно потыкать там настройки вообще, но я думаю, это нахер никому не интересно будет. Есть куча видео, где там настраивают, этому есть статьи на английском, на русском языке, там, на китайском, на любом есть. В общем, на этой ноте хочу со всеми попрощаться. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Все. Всего доброго.